Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайган. И в этом ролике полюбуемся на прайд красавца Самсона. Вот его львицы. Одна уже с таким пузиком приличным. По-моему, скоро Самсон, в который уже раз станет в парке Львов Тайган, снова отцом. Вот так вот, друзья. Самсон свое дело знает. Кровь тайгановскую хорошо разбавляет наш красавчик. Львицы его тоже обожают, как и, впрочем, все посетители парка Львов Тайган обращают на него внимание. Собственно говоря, по-моему, это единственный лев, который в первый же день своего появления в парке Львов Тайган сразу же привлек к себе внимание. Помните, друзья, как он появился? Вот, лежит, отдыхает. И у него такие были натертости на бровях, когда он пытался из клетки во время переезда с Мариуполя в Тайган вырваться из решеток, преграждающих ему выход. И натер себе вот эти вот места возле бровей. И такой у него вид был, как его только не называли. И Брежнев, и Шахтер, и по-всякому. Но шрамы зажили, и Шахтер стал просто-напросто великолепным красавцем. Вот так вот, друзья, тишь и гладь в этом вольере. Сытые, умиротворенные. Никто никого здесь не достает в этом вольере. Все очень мило и дружно. Видите, вот какие позы неги принимают львицы. Самсон молодец. Он в своем прайде держит такую нормальную атмосферу справедливости. И это очень здорово. Львицы этому только рады, потому что бывает такое, что иногда даже в маленьком прайде, но кто-то кого-то пытается немножечко, как говорится, обидеть, защемить, но здесь такого мы практически не наблюдаем. Хотя, понятно, все живые, тем более хищники, и всякое бывает. Но львы — это вообще животные коллективные, семейные, поэтому у них традиции прайда в крови, где друг друга поддерживают, потому что в дикой природе иначе нельзя. Вот, Самсон зевнул, скажет, поспал, кушать еще не хочется, чем бы еще заняться? Заняться особо нечем. И для кого-то другого это может была бы и проблема. Но только не для львов. Потому что львы лежебоки от природы. Они могут 20 часов в сутки спокойненько проводить в такой во сне полудреме и чувствовать себя от этого только еще лучше. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Вам за ваши лайки и добрые комментарии. Всем мира и добра. Пока-пока.